Всероссийское общество глухих, Всероссийское общество инвалидов. 10 апреля с 9 до 17:00. Залетим. Завтра нам тоже обещают плюсовую погоду, разве что ночью плюс один, минус один градус. Некоторые наблюдается неопределенность, зато уже днем ждем от 5 до 7 градусов выше ноля. Будет облачно, но с прояснениями и без осадков. Встали. Аварик включи. Нихуя. Грозило два? А должна была быть двойка. Это чувствуется, да? Тем же молю тебя, и моя очисти согрешение, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отыми от меня, исцели души моя язвы, Господи, и всего освети. Там колесо что-то отвалилось. Да. К рассвету сети и радиостанции уже будут транслировать военные марши, а утром ведущие новостей объявят, что власть в стране находится под контролем военных. Блять, пиздец. Ебанулся совсем, блять. А чё, куда совсем он летел? Совсем ебанулся, блять. Куда он летел? Да ебанулся, поворачивал, блять. Да ему уже поздно поворачивать-то. Охуел, что ли, блять. Блин, идиот на движок, господи. Международный день счастья сегодня. Вот счастливые люди, они обычно всегда хорошо, празднично и позитивно настроены, но чтобы конкретно как-то обозначить день, вот придумали вот такой 20-го. Как всегда, ООН придумала. И делились на тех, кто решил быть чистым, но голодным, и тех, кто вместо душа предпочитал тушеное мясо. Первых оказалось немного, туалеты имелись и на такшибах. А вот мясо с овощами в бортовых рационах отсутствовало. Ставки 30.
на місці стояв, здаюся за обжарювані коти. Ну ти сука, я ти сука, йди сюди, блядь. Ну, ти що, йобнутий? Крутанулся, ёптвою мать, дебил, блядь. Попили пивка, ёптвою мать. Блять!